продлятся дольше. Выборы депутатов в Думы разных уровней проведут в 3 дня. Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла, чтобы снизить количество человек на участках во время голосования. Таким образом, принять участие в выборах избиратели смогут с 17 по 19 сентября. Участники будут работать с 8 утра до 8 вечера. Как отмечают члены избиркома, отдать свой голос за кандидатов можно будет и прямо дома. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Однако для того, чтобы комиссия пришла в вашу квартиру, необходима уважительная причина. Также жители могут поменять избирательный участок в случае, если не проживают по месту прописки. Может избиратель подать, значит, этот заявление о голосовании по месту нахождения через госуслуги, МФЦ и территориальную избирательную комиссию со 2 августа по 13 сентября включительно, и в свою участковую избирательную комиссию с 8 сентября по 13 сентября включительно. Вот в эти сроки, если избиратели, находящиеся, проживающие по месту нахождения, могут подать заявление и, соответственно, приписаться к тому участку, который они считают, он удобен. В избирательной комиссии подчеркивают, что поменять свой участок нельзя только при выборе депутатов в Думу Сургута. Всего в нашем городе почти 287 тысяч избирателей. В дни голосования для них откроют 129 участков. Члены избиркома всю весну проходили обучение. Во время выборов задействуют почти 2000 специалистов с правом решающего голоса. Всего жителям выдадут 7 бюллетеней. В них им предстоит проголосовать за политические партии и депутатов в Государственную, Окружную и Тюменскую областную думы. В 7-м бланке будут фамилии с кандидатами в Сургутский парламент. На участках принято решение, что на 33 участках будут у нас установлены комплексы нашей обработки избирательных бюллетеней традиционно. На всех остальных участках будет применяться изготовление протокола с QR-кодом. То есть мы, получается, исключаем человеческий фактор. Из, скажем так, он будет выходить электронно, не вручную, соответственно, с QR-кодом.